Глава республики Егор Борисов провел личный прием граждан. Например, от гражданки Стручковой поступило обращение о 3 отказах в предоставлении земельного участка по закону о дальневосточном гектаре, нарушении сроков предоставления ответа от уполномоченных органов. Присутствовавшая на встрече министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева указала на несовершенство федеральной информационной системы Росреестра. В карте не указаны занятые участки, идет наложение их границ, из-за чего граждане оформляют участки на несвободных местах, после получают отказ. В свою очередь, Егор Борисов поручил сотрудникам Департамента по лесным отношениям республики показать обратившейся гражданке участок по Вилюйскому тракту, который она хочет получить. Во-вторых, глава дал задание направить в Росреестр письмо об устранении недостатка федеральной информационной системы с указанием случая с гражданкой Стручковой. В-третьих, потребовал разобраться, в чем причина нарушения сроков предоставления ответа от уполномоченных органов и повысить их ответственность. Глава республики принял еще 2 граждан, выступивших с предложением о создании на базе Якутского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России центра малой авиации и внедрении новых подходов к развитию малой авиации в республике. По этим обращениям, в соответствии с поручением Егора Борисова, будут проведены отдельные совещания.